Я сделаю то, что сделаю, не вам не указывать. Я в стране Украина, потому что я участник, кстати, двух Майданов. Я знаю, что в Украине решается и судьба Украины, и судьба моей родной Грузии, и судьба Молдовы, и судьба всех остальных. Поэтому я не напрасно вы хотите, что уезжайте там и оставлю нас в покое. Нет, эту страну я вам не оставлю.